Ты наверняка знаешь, что в интернете полно троллей. Но откуда они берутся? Может быть, эти люди высказывают свое мнение? А возможно, их создает Ктулху? Увидев подозрительное объявление о работе для молодежи в интернете, мы решили откликнуться и внедрить туда своего человека. Нас пригласили на собрание. И вот, что нам удалось заснять. Да, я вообще вкратце расскажу, что у нас за проект. И, соответственно, нам нужно определенное количество людей, которых мы набираем на данный проект. То есть работа непосредственно дома, то есть свободное время. То есть как только появляется какой-нибудь проект, нужно будет записать определенные комментарии. Было получено ответственное задание. Работа на самом деле немного, это порядка 2 раза в неделю, то есть по несколько часов в день, то есть писать комментарии, ну и потом присылать отчет, то есть мы за этим следим. То есть за каждый комментарий для первоначально все зависит от заказчика, оплачивается 10 рублей, быстро за 2 часа 100 комментариев, то есть 10 рублей. Комментарии могут быть разные. Кто сколько комментариев сделал? 98. 100. Ровно 100. 101. 101. Отлично. А что из самых жестких комментариев было? Я даже матерный стишок подлетел единоросом и Путину, там и матом был несет, короче, все, что о них думал, сказал. В принципе, я чередовал, то есть матные какие-то там завуалированные, естественно. Путин развалил страну. Я читал сегодня утром, Путин развалил, будет развалить страну, ему спечатское будущее. Ну, единороссы, например, были в моем случае пидорасы, то есть я их не признаю как самого Путина. Путин мудло, он умер, ну, естественно, это философская фраза, я говорил, да, молодец. Понял, что это пишет. Да, и, в принципе, я эти все крылатые фразы использовал, в том числе и из сухого пропаганды, соответственно. Ну, там еще удаляется, то есть не хочу опасаться. Самое жесткое, но я могу, собственно, этот стишок свой прочитать. Интересно, да. Наша Вова громко плачет, трахнул сзади его хачик. Милый Вова, плачь не плачь, все равно вернется хачик. Сам придумал. Да. Я же качал, честно. Это сам придумал. Страну, Путин умер, Путин какашка, Путин говно. Интересно, не интеллект, а ГХ, короче, потому что это девушка, это парень сказал. Короче, он меня начал все на двух роликах, мы с ним вообще так жестко спорили. Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно.